Четыре совсем еще юные яванские макаки, все мальчики, с интересом осматривают теплый вольер. Это их зимнее пристанище. В мае животных переведут на улицу, чтобы жители и гости Саранска могли их увидеть. А пока период привыкания, который проходит, на удивление, сотрудников зверинца. Быстро. Идем, ты можешь, пойдем. Скорее, быстрее. Ну, ты не один. Кто успел, тот и съел. Яванские макаки – животные редкие и охраняются международной конвенцией. История их появления в России грустна. Их пытались ввести в страну контрабандой из Вьетнама. По пути несколько малышей погибли. Этих могла ждать та же участь. Измученных животных обнаружили таможенники в аэропорту Домодедово и передали в центр передержки диких животных в подмосковном городе Яхрома. Там макак выходили, приучили не бояться человека, и теперь полуторагодовалых передали в зоопарк Саранска, где катастрофически не хватало обезьян. Мы уже подготовились, у нас, значит, построили вольер просторный для них. Вольер, судя по поведению детенышей животных, им понравился, потому что они уже чувствуют себя хорошо. Кушают, подходят вот, к сотрудникам зоопарка. Клички новым питомцам в зоопарке пока не дали, но за несколько часов успели понять характер каждого. Среди этих юных макак уже есть заводила, скромник и крикун. Жить они будут все вместе, так как животные по своей природе компанейские. Я уже, вот, например, отличаю, кто-то посмелей. Естественно, кто смел, тот съел. Самые лучшие лакомые кусочки достаются вот один вот особо такой вот любопытный и такой не боится, близко подходит. Другие немножечко себя ведут еще с опаской, так скажем, побаиваются. Но все равно все четверо уже подходят и берут с рук. В планах саранского зоопарка приобрести пару этим макакам, чтобы они смогли еще и размножаться. Если учесть, что в зверинце каждый год случается по несколько приплодов, велика вероятность, что и эти вновь прибывшие обезьянки тоже дадут потомство. Людмила Кусерова, Игорь Гангаев. Наши новости. Ну ладно, пускай.